Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, когда вот этот уже объект спортивный могут кингисепцы посещать? И скажите еще, кто вкладывается в это, кто помогает? Сегодня в разговоре с главой администрации он назначил 11 числа в 12 часов торжественное открытие хоккейной коробки «Ям». Реставрацию и приведение в порядок всего, что здесь находится, да, планируется завершить до конца этой недели. Может быть, какие-то останутся работы навести порядок, где-то что-то еще подчистить, но к 11 числу мы будем готовы полностью. Здесь, соответственно, как вы видите, будет и мини-футбол, ручной мяч, волейбол, баскетбол, теннис. То есть масса мероприятий, которые можно будет здесь проводить. На 11 число планируется провести мини-футбольный турнир между дворовыми командами. Сейчас мой заместитель как раз этим, Инна Юрьевна, занимается для организации. Ну, в честь открытия здесь провести турнирчик небольшой. Ну а скажите, а за счет чьих средств вообще вот это все? Средства все предоставляет нам компания «Еврохим», «Фосфорит». Это на их средства, все то, что здесь вы видите, все за счет их средств, которые они финансировали на приведение хоккейной коробки в порядок. У вас в Олимпе, в автопарке появилось еще одно транспортное средство? Ну, у нас появилась вторая ледозаливочная машина, тоже канадская, «Zamboni 520». Нам ее предоставил клуб «СКА». Соответственно, все вопросы в решении этого сложного процесса проходило под эгидой администрации «Фосфорита». Сам непосредственно исполнительный директор и административный директор, они помогли мне в том, чтобы эта машина оказалась у нас на арене. Каждая, даже арена, самоуважающая себя, должна всегда иметь две машины. Если ты проводишь какие-то турниры, международные турниры, детские, взрослые, потому что техника, она имеет свойство ломаться, для того, чтобы турнир не сорвался, всегда есть подменная машина. То, о чем я мечтал, в принципе, это и получилось. Машина в нормальном состоянии, в боевом. Сейчас зальем новый лед, делаем полностью обслуживание всей нашей плиты, вымыли ее, вычистили. На следующей неделе начнем потихоньку заливать лед, красить, разметку делать. И думаю, к 12 числу первой тренировки наших хоккеистов уже все будет готово.